Было у нас болото, а стало у нас комфорт, благополучие, стали у нас тротуары появились. Жители дома на Островского, 16, теперь могут ходить по тротуару, а не по проезжей части. Их двор преображается на глазах по нацпроекту «Жилье и городская среда». Проведен ремонт асфальтового покрытия, входных узлов, водоотведной системы, автопарковки и не только. Совсем скоро во дворе установят игровую площадку и поставят скамьи. Мы периодически с целью контроля выезжаем на объекты. Были мы на объектах ранее в индустриальном районе. Вот сейчас мы приехали в Ленинский район. Этот двор, он... достаточно проблемный в части расположения самого дома, уклонов, которые здесь есть на территории дома. И вот сейчас мы приехали и посмотрели, что действительно удалось решить проблему с тем, чтобы вода не скапливалась на земельном участке. Тот график, который мы заказчику предоставили, пока мы от него не отстаем, то есть движемся в соответствии, даже где-то опережаем. Всего в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроят 39 дворов. Сумма бюджетного финансирования порядка 210 миллионов рублей. В Ленинском районе это 6 территорий. Попова 37, 96, Островского 16, Георгий Исакова 210, Научный городок 21 и Шукшина 22. И опыт уже благоустроенных дворов вдохновляет многих барнаульцев. На сегодняшний день жители активно принимают участие в голосовании, и в комитет жилищно-коммунального хозяйства поданы заявки по благоустройству 32 дворовых территорий, которые будут рассмотрены на общественной комиссии в августе текущего года. Все большее количество домов подает заявки, и самое главное, уже подходит к этому вопросу осознанно, потому что получается комплексное благоустройство территории, это и спортивные площадки для детей, и зоны отдыха, и многие обращают уже внимание на том, что на те критерии, которые необходимы для победы, для прохождения по данной программе. Что касается жителей на Островского, после того, как подрядчик выполнит работы, и жители, и власти продолжат наводить порядок во дворе. Для этого необходимо завести грунт на отсыпку и обустройство клумб. Ирина Корчагина, «День с толком».